Певец Олег Газманов в одном из интервью рассказал о намерении завести еще детей и о будущих внуках. Журналисты пообщались с Олегом Михайловичем и попытались узнать новости из личной жизни 68-летнего артиста. В частности, не подвержен ли он царящему сегодня в шоу-бизнесе бэби-буму. Теоретически, в плане физиологии, я еще могу стать отцом, но вот в реальности нет мыслей о прибавлении. Я ведь уже трижды папа, свой минимум по этой части давно выполнил. Так что о новых детях речи не идет, хотя журналисты постоянно что-то за меня решают, мыслят какими-то странными категориями, отметил певец. Напомним, старшему сыну Газманова Родиону уже 38 лет, среднему Филиппу 21, самая младшая в семействе, 15-летняя дочь Марианна. Пока что сыновья не торопятся сделать Газманова дедушкой. Да что толку мне думать о внуках? Это же дело не ускорит. Пусть дети сами думают, это дело такое, поделился Олег Михайлович.